Меня зовут Дмитрий, работаю инженером-механиком на этом предприятии. А у меня есть следующий вопрос. Гатово сегодня – это крупный промышленный узел с множеством предприятий. Однако с Минском нас соединяет только одна дорога. Она узкая, постоянные заторы, аварии случаются. Возможно, для страны это мелкий вопрос, но для нас он очень важен. И может с вашим вмешательством что-нибудь решиться в ближайшее время. Дима, именно с моим участием, хоть завтра. Я заметил, я проехал по этой дороге, она, как и раньше, я бывал в Гатово, она двухполосная, узкая, да уже и слабая, видимо, нагрузка большая. И я все время ехал и прикидывал, думаю, ну если ее расширять, если здесь места хватает, даже деревья не надо выпиливать, я это категорически запрещаю, у вас в одном месте там хорошие тополя растут и хвойные деревья, ну давайте вместе, я поучаствую. Вот всех соберем и подумаем, как сделать. Губернатор доложит. Мы подумаем, спасибо. Как. Тут, конечно, надо, видимо, расширять дорогу. Идти надо постепенно. Ну и надо посмотреть, может быть, ее сделать бетонной. Это навсегда бетонка. Мы уже увидели, что такое бетонка. Это если организовать все быстро, это можно сделать за лето эту дорогу.